Что музыка играет, это нормально? Великий гонщик Джон Хенроси. Направленный микрофон. А как, когда начинается? Там его вопросы будут задавать. Вот я не знаю. Эмоции говорят о том, Что можно сказать об этом автомобиле? Что можно вот об этом? Ну, я думаю, это квинтэссенция марки. Почему? А здесь все. Все, на чем стоит Кадиллак. Дизайн. Так. Стиль. Так. Люксовость. Посмотрите, в салоне. И все то, что называется моим любимым словом. Моим любимым русским, исконно русским словом перформанс. А. А что у него под капотом? У него грязь. Под капотом 6.2, восьмерка, 564 лошадиных силы, всего лишь 3.9 до 100, 747 ньютон на метр, причем 560 из них получается на холостых оборотах. Ну, так, купить такой можно? Можно. О чем? 3.700. От 3.700. От 3.700. Так, а налог какой будет? Мне кажется, это неуместный вопрос. Неуместный вопрос. Хорошо. То есть это у нас просто ознакомительный. Это ознакомительный круг, мы потихонечку проедем. Покажите, пожалуйста, молодому человеку ваш браслетик на руке. Пожалуйста. Очень сложно. Все, мы с вами выезжаем сейчас на трек. Я напомню, мы рекомендуем вам стараться использовать всю ширину трассы, то есть начинать маневр, естественно, с наружной стороны, прижиматься к вершине, она отмечена крупным конусом, ну и, соответственно, если есть возможность траекторию распустить, то старайтесь это делать, то есть старайтесь строить плавную пологую линию, она позволит вам двигаться безопасно и достаточно динамично. Хочу добавить, что перед некоторыми поворотами, где скорость достаточно высокая, мы призываем вас использовать торможение. И, естественно, от тех позиций, где установлены сдвоенные конусы, обязательно, пожалуйста, достаточно интенсивно старайтесь тормозить. Естественно, постарайтесь запомнить конфигурацию трассы. У нас нет задачи показать сверхбыстрые секунды, но, тем не менее, у вас будет возможность проехать на время третий круг, вы будете двигаться именно на результат. Естественно, мы рекомендуем включить спортивный режим двигателя и трансмиссии. Для этого необходимо селектор расположения драйв переместить правее. Конечно же, можно пользоваться во время движения подрулевыми лепестками. Они смонтированы на тыльной стороне спицы рулевого колеса. Правый лепесток передачу повышает, левый понижает. Ну, естественно, при выезде на прямую мы эту траекторию обязательно распускаем и будем активно разгоняться. Сейчас, когда мы с вами выйдем на старт-финишную прямую, я смещу свой автомобиль влево, пропущу вас, и далее буду двигаться за вами. Ну, а вы уже в следующий круг, соответственно, будете ехать в несколько более активном режиме. Ну, естественно, с той скоростью, с какой вы справляетесь. Итак, я смещаю влево мой автомобиль. Вы, кстати, можете видеть, вот здесь створ из маленьких конусов. После второго круга перед ним нужно будет остановиться. Обгоняйте меня номер один и поехали. Следующий поворот левый, соответственно, мы рекомендуем смещать автомобиль правее.